Мы все-таки отправились во второй раз на поиски белого медведя. Или вообще на самом деле сегодня уже хоть какого медведя. Трасса Огра Икстилы. Километре от Огры. Целый 1 километр проехали, устали уже просто. Красно? Красно, едем. Едем. Еще один подъем нелегкий предстоит. Вот да. Дошли до второй базы. О, нас ждут снеговики-зомбаки. Они с нами, они тут. О, Огра 2,5. Но это по прямой, мы лесами шли. Несколько раз возвращались на одну и ту же дорожку, так что так вот. Итак, сошли с трассы. Красивое место, да, трасса закончилась, точнее мы с нее сошли. Идем прямым ходом. Карьеру. Итак, развилка. Слева вышка смотровая, справа карьер. А посередине что-то среднее между вышкой и карьером. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.
Так, итак, мы на карьере, приняли чай горячего, пошел снег и собираемся в обратный путь. Нашел, да? Все, погнали, да? Давай, давай! Ну что, снова город Огра, идем сдавать лыжи, прошли по трассе 9 с копейками километров, хорошая погода сегодня, но мокрый снег, правда, тепло, 0 градусов, а так все хорошо, все офигенно, даже не устали, как в прошлый раз.